Вот, мозги поотдыхали. Ладно, я снимаю, и мне Мишкины проблемы. Тут снимать это часа два, блин, фильм. Так, урывками кое-что покажу сейчас. Пойдем, наверное, вот. Штычок хороший, бельгиец. Вот, вообще в состоянии. Охренительно, редко стали попадаться. Так что, вот он примкнут на... Охренительный. Да, их вон. Стоит море. Сейчас их потом сфотографирую, там стенд будет по производству их. Попробую попозже вставить. Сейчас. Бельгийский лев на... Это последний, после 71-го, не помню, какая там. Хотел книжку купить, но... Видать, не судьба, что-то перебирают, дополняют. Ну, потом забью. А вон тоже какие-то генералы, да? А, что-то я такого не помню, вот мундира, чтоб был. Это, кажется, после 71-го, вот они. Все чиновничьи, видать, генеральские, что ли. Сейчас фоткаю его, чтобы получше было видно. Здесь можно ходить до бесконечности. Ну, кому-то что-то оторвало, да? Ну это вообще, это полнейший зачет. Охренеть. Плохо, наверное, будет видно. Это же Африка, колонисты какие-нибудь, колонии. Ну, уже более современный маузер, 88-й. Ну, прикольно. Проработка темы офигенная. Офигенная. А, вот и колонистки. Это бельгийские, да. Бельгийский. Конго, наверное. Да, Конго. Идем. Фотографии старые заказывали, а я так и не посмотрел, в альбом это был. 14-18. Первая мировая зал. Вот. А там танк в конце стоит. Сейчас сходим, сфоткаем его. Не были. А. Росса, по-моему. Не пойму. Индия. Египет. А это, бля, Кукри. Это Бритиш. Ага. Медики. Хорошая подборка. Мортиры, зенитки какие-то, не зенитки.
Канадцы, вот, я же говорю. Россовский штык, что. Современная огнестрельная. Вот. Сигнальная. Вот такую ты хотел мне. Ракетница. Как она тут будет, Миш, если это все Первая мировая? А вот Бундес, не Бундес, как он, Рейх. Такая у него кончик ствола интересный, да? Ну такая подборочка. Египетский маузер. Вот такой был, да, карабин? Обзор ты на него снимал? Да, два был. Это аргентинский? Было, нет, они были и... Немецкий? Да, 80-й, да. Да, были, потом уже... И были подобие таких шведские карабины. То есть все были вот такие короткие, они примерно чем-то все были одинаковы. То есть и вот этот вот намушник, и вот этот... как он? Ну, могу сделать какую-то. В этом зале я еще не снимал, так что побольше сниму. Побольше будет обзор данного музея. Вон на втором этаже стоят, ремонтируются. Нет, можно зайти туда, вон, на Первую мировую. А здесь снизу больше современные. Ну что, давай я тебе нашего сфотографирую. Стенда-то, Миш. Двадцать третий. Какой? Да, ну вот начался этот зал по огнестрельному. Вот здесь вот извращение по магазинам, ну не извращение, но интересно, здесь очень интересный зал. Кто будет в Бельгии, советую вообще, то есть и забивать в программу. Не один день, а хотя бы два, потому что, ну, здесь целый день точно, просто целый день. Целый день ходить. А он этот, не марки какие-нибудь? Нет? Ручки какие-то не такие. Другие. Французы, кропачики, фигачки. Вот кропачик-то ты говорил. Швейцарец, кропачик, лебели, эти уже сложно маузера, это швейцарец, Витерли, который... Марк 1, 100 евро? Четвертый. Это Марк 1. А он четвертый брал. Вон, смотри, здесь еще хватает. Вот этот... Он считался как полицейский карамбил Витерли. Очень-очень редкая вещь. И что-то за него просили на выставке один раз, я его или два раза видел. Но он комплектный. Я много видел без закрытия этого патроноприемника подствольного. И стоили они, наверное. Такое я не видел. Это раньше какой-то. Не знаю. Более ранние модели. Немцы.
стенд по ранним маузерам, я такого даже не видел. 76-го модели, 880. 76-го, это Рейхс револьверы этих. 877-й, 78-й, то есть, блядь, погодовка, что ли, маузеров. Это вообще, это похоже швейцарцев. Ну, здесь собран, видать, со всех стран. Ну, коллекция бешеная, просто бешеная. Бельгийские штыки, как раз вот я про них и говорил, длинные. Трехгранный, похож на французов. Это тоже бельгиец. Терсена Камблейд, не помню, как он назывался второй. Это Терсен. Посмотрю, вставлю, может. Это казнозарядная, одна зарядная.